Добрый день, уважаемые наши четвероклассники. Мы сегодня с вами будем дальше продолжаться работать над МОДО. У нас сегодня тема концентрация внимания и важность концентрации внимания во время экзамена. Так, по очереди будем называть тут слова, тут получается этот тест, но мы сейчас просто для проверки, да, сделаем. Здесь у вас есть очень много букв, среди них у нас есть слова. Или на каком-либо действии у нас есть устойчивость, концентрация, распределение, переключение и объем внимания. То есть вы должны будете просидеть, да, сделать экзамен и так далее. И тогда у вас будет перерыв, и вы должны будете через 25 минут снова сесть и снова сразу включиться и делать эту задачу. Да? Еще один момент, который был, это одна девушка в черной футболке, она просто ушла в другое место. Да, я видела. Я вижу, видела. У нас есть разные знаки, да, которые мы делаем, допустим, это мир, да, и мы сейчас будем с вами тренироваться, чтобы концентрировать свое внимание, чтобы наши полушария мозга хорошо работали. Вы должны взять, и наши обе руки должны будем тренироваться. Раз, два, три. Раз, два, три. И будем упражнять наше внимание. Так, смотрите, тут у нас написаны цвета. Неправильно. Да? И вам надо говорить эти цвета. И вообще в целом концентрация внимания это что, да? Это у нас степень или интенсивность сосредоточения.